Мої вітання, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал МедіаІнформ у студії для вас. Працює Вікторія Сенько. Сьогодні поговоримо про боротьбу з ВІЛом та СНІДом. Адже американська компанія Модерна заявила про те, що вона розпочала першу фазу випробувань вакцини проти ВІЛ на людях. За учасниками дослідженнями спостерігатимуть біля півроку після останньої вакцини у клінічних дослідженнях мають взяти участь 36 здорових віл негативних дорослих волонтерів. Про це сьогодні поговоримо із нашою гостею, і я вам радий її представляю. Це завідувачка. Амбулаторно-поліклінічним відділенням Одеського міського центру боротьби з ВІЛ СНІДом Ганною Кірмікчі, пані Ганна, я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас у студію. І знаєте, одразу хочеться вас запитати як ви взагалі відноситесь ось до такого випробування, про яке заявила і яке вже в принципі розпочала американська компанія Модерна. І чи взагалі це для нас напевно здається, що це з області фантастики? Чи наскільки це реально, аби ця вакцина, яка зараз їд? тестуют, можно так сказать, и да. проводят тест на людях, насколько она может стать деевой. Але давайте сначала с вашего ставления. Да, э, добрый день. Я бы хотела, конечно, опять же, мы не можем не коснуться коронавируса. Абсолютно. Вот да. в данной ситуации, как бы мы не хотели говорить о чем-то, все равно у нас на первый план выходит коронавирус. Почему? Потому что модерна затеяла все это благодаря, опять же, созданию вакцины против COVID-19. COVID да, да. И, кажется, что эта же вакцина против ВИЛ, она же тоже на основе РНК-вакцины, так? Да, тут очень много нюансов. Во-первых, для того, чтобы говорить о какой-то вакцине против вируса ВИЧ, это был бы идеальный вариант борьбы с ВИЧ-инфекцией изначально, потому что все-таки вакцина играет важную роль в борьбе с определенными инфекционными заболеваниями mm -hmm. в нашем мире, и она себя показывает не на только на основании covid но и других заболеваний, и туберкулеза, и ветряной оспы, всех заболеваний, которые мы, к счастью, победили, практически победили а, с помощью вакцинации. А, что касается ВИЧ-инфекции, мы давно знаем об этом заболевании. Практически уже 40 лет оно нам известно, но до сих пор не создана вакцина. И мы, в принципе, наверное, каждый год ждем этой вакцины либо какой-то информации, которая бы а, нам уже дала надежду на то, что все-таки эта вакцина будет. Но не так все это просто оказалось. И для того, чтобы понять, почему так это сложно, то нужно немножко коснуться самого вируса ВИЧ. Но я вам скажу, что да, действительно есть, бытует мнение о том, что Модерна запустила uh -huh. такую фазу. Что касается на людях, это очень сложно. Для того, чтобы испытывать... Такую вакцину или такой препарат какой-то, для того, чтобы дойти до апробации это все на людях, должно быть достаточно много достоверных факторов, которые бы указали так. или уже нам дали возможность. Проводити це. Так я вас допомню. Ось науковці да. вже заявили про те, що вони випробували її на мишах та макаках і кажуть, що препарат безпечний і викликає вироблення антитіл. Ну до э, Перед людьми були ось такі от да. тварини. На самом деле не так, все просто віч інфекцій. Для того, щоб говорити о вот таких конкретних действиях, должно пройти достаточно большое количество времени, чтобы она себя показала. Потому что на начальном этапе она реально может что-то показывать. Угу. Что касается антител, сложно. Понимаете, если бы я была теоретиком, может быть, я сейчас бы вам что-то такое Абсолютно, тут нарисовала. А так как вы... Я практик и человек, который занимается такими людьми и смотрю на них практически с момента их инфицирования и дальше. А мені складно говорити о правдивості цієї ситуації. Може би, через рік ми зустрінемося, і я буду говорити якісь то другому Хотілося б так, але все таки, ось ви кажете, біля 40 років існується захворювання, і досі в принципі не винайшли вакцини. Чим це спровоковано складністю самої хвороби чи якось особливостями розповсюдження в організмі? Ось чим можна пояснити, що досі не значна Насправді вірус віч достаточно умний вірус, це живе сусідство. Uh -huh. И, в принципе, то, что говорят, что у него большая схожесть с COVID-19, SARS-CoV-2. На самом деле, схожесть в том, возможно, что они оба вируса. Но, к сожалению, вирус ВИЧ очень быстро меняется, видоизменяется и мутирует. И для того, чтобы... А мы вакцину создаем на основании антител, которые вырабатываются и дают иммунитет против того или иного вируса. Те антитела, которые успевают сформироваться против вируса ВИЧ, к сожалению, не успевают в, а, придумать вакцину, которая бы реагировала на те данные антитела, а, ну, на выработку этих антител, потому что вирус настолько быстро мутирует, он а, в несколько тысяч раз быстрее мутирует, чем COVID-SARS. Поэтому, а, к сожалению, не удается так быстро создать вакцину. А, Потому что вирус быстро видоизменяется, несмотря на то, он может попадать, инфицироваться, то есть попадать в здорового человека uh -huh. уже видоизмененным, а не тот, который изначально, на котором была. A, ну, придумана вакцинація або вакцина, наприклад. Тобто, в принципі, я можу сказати про те, що ви доволі скептично відноситесь до цих досліджень, тому що розумієте природу та специфіку так самого вірусу. І ми, ми ж теж бачимо насправді, як, як якщо порівнювати дійсно так з ковідом 19 з вірусом, да. то ми бачимо, як щоразу новий новий штам: один був другий, так. третій. Так, так зараз дельту змінив омікрон, і зараз, якщо була там статистика 20% омікрону yeah. по областях, а 80% дельти, то зараз омікрон. Витісняє він більш швидше швидкіший. Так, добре, що менше смертності, і це на радість, але тим не менше, ми бачимо, що теж змінюється. Ви кажете в рази швидше, ніж вірус ковіду, то дійсно з цим, ну знаєте, ми не можемо ми можемо, так виявити висловити свою думку, але якщо в них все вдасться в модерне, Ой, то це да. буде супер просто предчудово. Стосовно вашої роботи Одеського центру боротьби з Вілсніт, я хочу вас запитати, наскільки коронавірус? Вплинув і чи вплинув взагалі на потік пацієнтів до вас, тому що ми розуміємо, що з пандемією коронавірусу якось забрав цей вірус і змістив акцент і примістив всю увагу на себе. Зараз у нас ми, ми говоримо про ковід в першу чергу. І якось відійшли одні із найстрашніших хвороб на інший план це і туберкульоз, і віл снід, і онкозахворювання. Як у вас зараз з потіком пацієнтів? Вы знаете, мы боялись этого, потому что если мы говорим опять же о ковиде, то мы видим заболеваемость уже там, если человек инфицировал, то буквально там через 10, сейчас уже э, сократилось количество дней с момента инфицирования до проявления каких-то клинических симптомов. Если мы говорим о ВИЧ-инфекции, то клинические симптомы могут э, через годы проявиться. И, Вся не только COVID, в принципе, все изменения, которые происходят в стране, в городе, могут сказываться на эпидемиологический порог вич-инфекции. COVID, конечно, в этом смысле тоже. Но я хочу сказать, что в принципе на начальном этапе мы не увидели снижения выявляемости вич-инфицированных. И может быть благодаря тому, что люди... И у нас создана программа в городе по работе муль... мультидисциплинарных команд. То есть специалист нашего центра, специалист общественной организации и специалист медицинского учреждения города работают в связке. То есть все люди, которые попадают в лечебное учреждение города, а в связи с ковидом все больше стало людей, ну, Тобто поступати так. в лічену угу. учреждение міста. Всіх этих людей е, практично тестували, предлагали пройти тестування на Віч і тестували на Віч, і ми виявляли большое количество людей на цьому етапі. Випадково, знаєте, да. від, відразу додам, що е, нещодавно не спілкувалися також з онкологами, які теж кажуть, що ковід нам зіграв на руку, тому що люди почали робити. КТ, а КТ показує рак грудей та рак легень, і люди були в шоці, Вони прийшли вияти чи в них є чи ні, А вони так ще й з інформацією, що в них є злоякісна пухлина. Да, да. ось... от, от от що я можу сказати, що у нас е кількість тестувань ніяк не ум можливо, уменьшилось благодаря тому, що основна маса тестування відбувалася в лічебних учреждениях, тобто. А на первичке, когда просто закрывались первички и было больше консультаций онлайн либо по телефону, конечно, были закрыты такие приемы просто для профосмотров, либо приходя и хотя любой человек может прийти в ЦПМСД, в поликлинику по месту жительства и пройти бесплатное абсолютно тестирование на ВИЧ по желанию. Безкоштовно, Бесплатно да? обязательно все поликлинические отделения, центры семейной медицины. Імеють тести на віч, і можуть люди з вулиці просто прийти, з'явити бажання безкоштовно протестуватися на ВИЧ. тобто. Будь-якому медичному майже закладі це так. так Ми це на увазі. Це знаєте, повертаємось до того, що головне це бажання. Да, Як да. часто потрібно про проходити діагностування з вашого досвіду? Я розумію, да, да. я чесно... Говорю только со своей, смотря со своей колокольни, извините за выражение, потому что, знаете, может быть, пару лет назад я говорила бы по-другому. Я сейчас бы называла определенные группы населения, которые обязательно должны бы были тестироваться на вич, либо там беспокоиться о том, что они инфицированы, а не вич. Так как сейчас, сейчас на данный момент вич вышел из рамок уязвимых круг, он вешал благоприятные слои населения. То есть, что это значит? У нас э, все больше выявляется и преобладает половой путь инфицирования. если раньше мы говорили о потребителях инъекционных наркотиков, там через употребление инъекционных наркотиков и это так, определенная так. группа, например там женщины с экс-бизнеса могли быть группой угу. риска, а, там еще группы, то сейчас вич вышел из рамок уязвимых групп, пошел благоприятные слои населения и люди даже которые никогда не имели контактов, не относились ни к одной группе риска, достаточно высокий риск инфицироваться, потому что половой путь передачи переобладает. То есть сейчас мы говорим о том, что все люди, ведущие активную половую жизнь, являются группой риска. И обязательно, в обязательном порядке нужно проходить тестирование, регулярное тестирование на ВИЧ. Ну, в лучшем случае, раз в год. Давайте так. Разве да, раз в год. Да, если вы знаете, что у вас были э, незащищенные половые контакты. Я не буду говорить с неизвестными лицами или все остальное. Просто жизнь такова, что можно жить с женой, с мужем много лет, но мы не знаем... Это о... реальные жизни. Да, это реальные жизни. И поэтому все люди, ведущие активную половую жизнь, должны быть тестированы на ВИЧ. И сейчас это модно знать весь статус свой. Поэтому добре дійсно... знаєте, що щось діагностика. Вона дійсно зараз ви гарно да. сказали і правду сказали, що це модно, що це зараз круто, круто і пропагувати. Да. Що ось я зробила тест, я пішла, продіагностувалася і так далі. Тому що шкода краще, як то кажуть, от правда, краще попередити так хворобу, аніж mm -hmm. потім її лікувати. Так, До речі, так. побутує така думка, що віл снід хвороби вони це вирок. и с этим сложно умирать, или действительно так, как бы вы сказали? Ну, на самом деле, то, что на данный момент это неизлечимая болезнь, да. Мы имеем факт, и с этим не поспоришь. Но, к, сожалению, к счастью, это не э, приговор, однозначно. И я вам скажу, что сейчас существует намного страшнее и тяжелее заболевания которые приводят к смерти, чем именно вич инфекции есть Мы говорим про то, что с ВИЛ-инфекцией можно жить. Так. И жить долго. И жить долго, и рожать здоровых детей, и э, выходить замуж, и жениться, и не заражая при этом своего полового партнера, если он э, не инфицирован. Потому что у нас много таких так называемых дискандартных пар, где они инфицируются. Тут очень много э, сейчас у нас рожают здоровых детей, планируют семьи абсолютно нормально это, и э, мы сейчас, когда говорим, это заболевание уже переведено в э, стезю хронических заболеваний. То есть это уже не э, приговор, как вы сказали. Угу. И э, опять же, есть несколько этапов развития этого заболевания. Я бы хотела всех призвать к более раннему тестированию, чтобы не запускать это заболевание. И раннее тестирование предполагает, конечно же, сохранность хорошего качества жизни, неинфицирование своих близких, окружения, которое, возможно, человек, даже не знает о том, что он инфицирован, чаще всего так и происходит. Люди просто не знают о том, что они инфицированы. И мы знаем по статистике, что практически в мире практически 40% людей просто не знают о том, что они инфицированы. Не потому что они там скрывают свой статус. Они не Но, знают. У вас это достаточно большая статистика насправде. Да, да. Если мы говорим, что примерно 39 миллионов людей в мире уже инфицированы вирусом ВИЧ, то еще какой-то процент, который вообще не знает о том, что они инфицированы. То есть это люди живут, имеют, конечно же, и половые контакты, и все, и инфицируют других людей. Поэтому вот это нужно прекратить, прервать вот этот процесс передачи ВИЧ, и тогда мы сможем, конечно, Это заболевание удержать, оно управляє заболевание. І тільки нужно просто знать більше о нього. мне мені что що найбільша проблема, що людей не знають о том, як можна инфицироваться і як можна защитить. Себя от Ось я тільки щойно про це і подумала дійсно, да. що люди можливо і допускають різних помилок, тому що не. Грамотні по цьому питанні. Давайте все таки з вами теж хочу проговорити, в чому різниця між вілом та снідом. Знаємо так, що вірус імунодефіциту та синдром набутого імунодефіциту. В чому різниця для людей, і які симптоми, і так далі. Тоже іноді от, що касається вірусу Віч, ми коли говоримо, що невозможно, не говорити, що чоловік болен Віч інфекцій. корни неправ... неправильные я думаю что СМИ уже знает и иногда когда слушаешь со стороны тоже режут слух по этому поводу когда мы говорим о вирусе ВИЧ мы имеем в виду что человек инфицирован а мы на самом деле люди даже которые живем просто инфицированы достаточно угу. большим количеством других вирусов а, но как? они да они нам не доставляют неудобства мы не живем в стерильной среде Поэтому, когда говорим о ВИЧ-инфекции, это значит, что человек инфицирован вирусом иммунодефицита человека. Угу. Когда мы говорим о СПИДе, синдроме приобретенном иммунодефиците, мы говорим уже о конкретном заболевании. То есть годами человек после того, как инфицировался вирусом, с годами проживая, не тестируясь, не зная, возможно, об этом, либо зная, но не обращаясь к нам, не получая антиретровирусную терапию, это заболевание свойственно переходить в стадию СПИДа четвертая клиническая стадия. Мы сейчас, угу. к счастью, это эту аббревиатуру практически не употребляем, потому что она настолько на слуху у людей как страшный какой-то диагноз, что люди, когда слышат о СПИДе, они считают, что все для них уже жизни больше нету. И два основных вопроса задающих, которые при выявлении они говорят, сколько мне осталось жить и СПИД ли у меня, вот такие вот конкретные. Поэтому угу. это заболевание, которое уже при повреждении глубоком повреждении иммунной системы наступает стадия спида то есть присоединяются не... тяжелые заболевания побочные которые возможно при если опять же не вовремя начать лечение она, значит, то то если нет лечения, ликування так однозначно Часного. да снова да. ж таки, из-за той диагностики яка досить да, необхідна да. Тому що люди можуть жити, я так я правильно вас зрозуміла і з цим, не знаючи, що їх що вони хворіють, що в них хвороба, і потім переходить до таких ось наслідків. У ваше у вашому закладі яких, якщо брати, знаєте, якусь статистику, тенденцію mm -hmm. яких пацієнтів більше? Ні, ну щастя, конечно більше а, не на стадії спів. Но я вам скажу, что по-прежнему Украина лидирует в том, что диагностика, мы выявляем ВИЧ на стадии спида, то есть на поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, говорится, а мы говорим об этом. То есть когда мы, например, у человека выявляем туберкулез, это одно из сопутствующих заболеваний ВИЧ-инфицированных, мы часто, конечно же, однозначно предлагаем человеку пройти тестирование на ВИЧ и исключить ВИЧ-инфекцию, потому что снижение иммунитета влечет за, за собой то, что появляется туберкулез, другие оппортунистические инфекции, скажем так, тяжелые инфекции, которые свойственны людям только с нарушением работы иммунной системы. И мы, врачи-клиницисты, которые работают с такими людьми, они знают уже приблизительно при каких заболеваниях, при диагностике каких заболеваний нужно обязательно этим людям предлагать проходить тестирование на ВИЧ, потому что одной из причин может быть то, что люди просто инфицированы ВИЧ и угнетается иммунная система, І на фоні цього виникають такі тяжкі заболівання. І все-таки, яке життя у людини після почутого е, віли е, позитивного діагнозу? Тобто, все-таки давайте проговоримо. Так, да, знаєте, інтересний, тем не мене, такий непростой вопрос, тому що є несколько варіантів розвитку цієї ситуації. Так, дуже сложно. звісно, на начальному етапі. Житься, понять, принять этот диагноз человеку всегда сложно. Ну, сведомом это они во-первых очень долго сомневаются очень много в сми они же первое время первым делом что можно сейчас очень много гаджетов тут же при телефоне зайти посмотреть ограниченные а углы да, потому что очень много так называемых вич диссидентских организаций которые пишут что не существует такого вируса что это выдуманное заболевание ага. что все и это тоже, когда человек не хочет это воспринимать, ему легче прочитать, закрыться. Самое главное в этот момент не оставить человека наедине с собой. И чтобы он для себя понял, и мы его, что он не изгой. Знаете, наверное, не существует ни одного заболевания, которое бы в нашем время не было настолько стигматизировано и дискриминировано, как ВИЧ-инфекция. Мы можем Вы перечислить большое количество заболеваний, которые абсолютно также передаются и можно инфицироваться. Это может быть разного рода буллинг в школе, если знают, что дитя виленфицировано Да, школі, так, дитина, да, там, да люди, и вплоть далее. до того, что люди переезжали, оставляли, уезжали в другие населенные пункты, особенно если это маленькое село какое-то или небольшой районный центр, если город еще можно затеряться. А в это очень сложно. И когда мы говорим о гепатитах, которые передаются также, не так нам, в принципе, стыдно и страшно открыть свой статус. Сказать, что у меня там есть вирусный гепатит С или вирусный гепатит Д. Так, робля, да. А ведь... популярные люди. Да. Так мы да. бачили там и будут, а чей, Это табу. Это табу. И это тоже играет злую шутку в дальнейшей жизни этого человека. Он закрывается в себе, он боится раскрыться даже ближайшим родителям. У нас были случаи, когда родители отказывались от детей и много. И это играет злую шутку в этом заболевании. Тут нельзя говорить о том, что мы не тестируемся, и поэтому у нас только много людей инфицированных. Нет. это одно из звеньев э, последствий. А на самом деле может быть стоит начать вот стигму и дискриминации по отношению к этим людям, когда мы искореним стигму и дискриминацию в связи с этим заболеванием. У нас потянутся люди тестироваться и становиться на диспансерный учет и лечиться. Хотя у нас и диспансерный учет, и лечение абсолютно конфиденциально, и закрытая информация. Мы не даем эту информацию родителям, бабушкам, дедушкам, Мы на никуда. Это все только по согласию пациента. И все равно страх пациентов на первом месте в этом случае. Мне сдается, еще людям с... так ввів позитивний діагноз, треба відразу ж працювати з психологом, да. тому що інколи, да. напевно, на одинці, те, що ви кажете, справитись дуже складно. І покидати людину... У нас людину, в центрі в сій... є спеціалісти. Да. Так? Я скажу, що, мабуть, всі наші навіть клініцисти, інфекціоністи, які працюють з цим пацієнтом, вже в якій степені психологи. Тому що вони знають, як, щоб людина зрозуміла, що його не считают здесь изгоем, що от него не отворачиваются. І, конечно же, Самый идеальный вариант, когда мы выявляем этого пациента, и сейчас у нас есть прекрасная возможность тут же человека обследовать, в принципе, даже если человек готов, мы в этот же день можем назначить ему антиретровирусную терапию, которая абсолютно тоже бесплатна, пожизненная бесплатная терапия, которая выдается на регулярной основе. Сейчас у нас есть возможности. З кожним кодом ця терапія більш нова качества, з меншою токсичністю, з більш легким прийомом. Тобто, тобто ми можемо говорити, що вакцини поки немає, але прогрес у медикаментах, так. у лікуванні він однозначно. Є. Так, є. Так? Да. Наш час на жаль вже завершується. І я хочу знаєте, останнє у вас запитати поради. Напевно, нашим телеглядачам, як вберегтись? Чи є якісь такі поради? Uh, Навірно, в першу чергу, Те, кто не тестировался, протестироваться. И с этого как бы пос, спать спокойно. А, на самом деле а, знать основные пути инфицирования, какие, возможно, в каких случаях можно инфицироваться. Давайте еще раз проговорим с вами. Основной, конечно же, половой путь инфицирования. Половой. И раньше, когда бытовало мнение стоматологи, маникюрши и все остальное. Но это настолько уже сейчас там определенные моменты должны быть. Поэтому основной путь инфицирования – это половой путь инфицирования и использование презерватива при половом uh -huh. контакте. И это только, не только защищает от ВИЧ-инфекции, но и от других да, заболеваний, передающихся половым путем. Также, конечно, если есть в жизни употребление инъекционных наркотиков, инъекционных, то одноразовое использование инструментария, если мы говорим о передаче вертикальной трансмиссии, это от вич от матери к ребенку. Основные три пути – это, конечно же, прием антиретровирусной терапии маме, мамы во время беременности, определенный этап рождения ребенка и, конечно же, не вскармливание грудное, не вскармливание грудью, естественно. Но на самом деле это уже как бы более детальный, такая большая, Итак. обширная тема, я не могу ее... Но самое важное, половой путь это использование презерватива и тестирование на регулярной основе. И я хочу сказать о том, что у нас существует сейчас доконтактная профилактика. Это профилактика, которую мы опять же безоплатно оказываем всем людям, которые а, просят ее или необходимость в этом есть, которые обращаются к нам в Центр. Это препараты выдаются, опять же, бесплатно а, определенные люди, которые имеют риск инфицирования ВИЧ. Это могут быть люди, а, мужчины, имеющие секс с мужчинами, часто выезжающие за границу для секс-туризма. Это как раз период... мы сейчас проговорим с вами та категория людей, которые в зоне риска риск. больше. Да, угу. да, конечно. А, в принципе, я говорила, что все мы в зоне риска, но основная группа – это мужчины, имеющие секс с мужчинами, которые часто… Это люди вообще, которые часто меняют половых партнеров, женщин, секс-бизнеса. Потому что там тоже есть свои нюансы. Нам бы, так, наверное, всей передачи не хватило большего времени расповести. говорить об этом. Да. В принципе, мы все являемся группой риска. Мы не должны об этом забывать. Просто забывать и знать о том, что... И обучать своих детей. Вот обознанность в этом плане. Потому что мы знаем, что... Подарочки безрозборчиві і активні в плані сексуальної життя. І це дуже важливо, щоб А батьки подростки... соромляться проговорювати да, да. ці всі інтимні моменти, в тому числі, і перевалюють цю всю інформацію на шкільних вчителів. розумієте? ось так і же, Це такий навірно, круг, да. таке коло, яке знаєте, досі не можна вирішити. Хто а все... вчителі говорять, що врачі повинні їм розказати угу. і замкнутий круг. Просто й досі пам'ятаю, я коли я навчалася у школі, коли якщо ось таке, знаєте, якісь моменти були із інтимного навчання, і так далі, з сексуального. То чи вчителі виходили і давали там знаєте, кому читати і так далі. Розумієте, тобто люди лише лише зараз починають якось розвиватися в цьому питанні. Я вам дуже вдячна. Ми сьогодні говорили з вами про досить такі серйозну тему. Про те, аби ми не маємо забувати, що існує ВІЛ СНІД і що треба. Діагностуватися, тому що люди ж знати здебільшого проживають таким чином, що ну, якщо мене не стосується, якщо що, то моя хата скраю нічого не знаю, і треба ж замість того, аби попередити хворобу, люди знаєте, відтягують цей момент, момент тому що числі діагностики. Дякую вам. Нагадаю, дорогі телеглядачі, У нас була у студії завідувачка амбулаторно-поліклінічним відділенням Одеського міського центру боротьби з ВІЛСНІДОМ Ганна Кермікчі. Дякую вам, дякую, що були з нами. Залишайтесь на телеканалі «Медіаінформ».